Сочинена Аллой Николаевной на стихи этого же весьма ироничного поэта. История мужская. Дон Паскуале и вся его биография. У доме лауры и спанки беспечны, имеется домик с балконом конечным. И вот под балкон, хоть его и не звали, явился с гитарою Дон Паскуале. И, взяв шакот за отсутствием дел, о розах и грезах немедленно запел. Дремадер, гуарер, два сомбрера, кавалер, эспланада, баррикада, серенада, пан Испань, гады! И шепчет лаура, вздыхая влюблён, как времени много у этого дона. Скорее бы мы с песней кончали, и к делу приступим, Алла Паскуале. А Дон Паскуале, воззрясь в небосвод, о розах и грезах поет. Меж тем проходил там Дон Педро де Петта, увидев лауру, схватился за сердце, и, будучи доном особого рода, немедленно прибрался к ней с черного хода. А Дон Паскуале, воззрясь в небосвод, о розах и грезах весенней лазури. Женился Дон Педро на Доне Лауре. Года за дружкой шли без отсрочки. У Доны Лауры две взрослые дочки. А Дон Паскуале, воззрясь в небосвод, о розах и грезах